В принципе, было нормально. Единственное, что, наверное, сказал в третьей партии, когда чуть-чуть физически мы отдали игру, инициативу отдали «Динамо», и тяжело, наверное, с эмоциями нас заряжали снова, потому что все-таки получается четвертая игра там за 6 дней достаточно непросто было. Ну, потом выстояли, правда. Но уже получше в целом командная игра. Ну, конечно, еще есть над чем поработать с ним.